Это крещение. Теперь он христианин, он православный христианин, он молится в своей православной церкви. Церковь будет молиться за него. Крестные, родные молимся, близкие молимся за младенца Симеона. Пусть он растет во славу Божию и нам радость. Слушай, так что мы тебе желаем счастья, здравия, на многие блага лета жизни. Бог благословит нас доброе и святое. Счастлива, что сегодня ребенка покрестили, и у него теперь ангел-хранитель, и Боженька взял его под свою защиту. И я хочу ему пожелать, чтобы он стал добрым, сильным, настоящим православным человеком. И чтобы у него встречались тоже добрые, сильные и хорошие люди на жизненном пути. Чтобы он любил, чтобы он, преодолевая какие-то трудности, достигал каких-то серьезных, правильных, хороших целей. Вообще, чтобы он был счастлив.